Итак, всем привет. Сейчас, секунду, как всегда, проверка звука. Итак, всем привет. Отлично, все работает. Пук, тук-тук-тук. Сейчас, раз, получается, два. Раз, два, три. Все. Осталось еще пару моментов сделать. Это телефону подрубить, чат, чтобы было видно. Сейчас, секунду. Надеюсь, не сильно громко будет. Все отлично, готово. Можно уже полноценно начинать, скажем так. Сейчас. Вот так. Вот. Все. Ух, остановились мы на том, что получается достали. Так, забыл. Сейчас, секунду, еще последнее действие. Вот. Остановились мы на том, что по сути, у нас появился сиреневый, этот фиолетовый, скажем так, зонд, который позволит нам уворачивать, точнее как-то поглощать полностью удары тех же безголовых и все такое. Вот, скажем так, потихоньку готовимся к битве с ним, с ними, точнее. Вот. И, соответственно, соответственно, сейчас вот так вот и вот так вот, все. И, соответственно, получается дальше проходить, пытаться куда-то сдвинуться, потому что нам сейчас замок Асина весь недоступен, скорее всего, ввиду того, что там что-то обновилось, пока не шарю, что именно, вот. Единственное, что можно просто сейчас быстренько, поскольку, опять же, денег нет, ничего нет, то есть терять, в принципе, ничего не жалко, чтобы что-то там терять. Вот, переместиться разве что в бездонную дыру и все-таки попытаться примерно понять тактику боя с этими челами, которые фиолетовым сгустками какими-то кидаются. Вот. Я бы, в принципе, был бы не против осознать тактику с ними. Я вс... Тихо, тихо. Ай. Так, а ну-ка, сейчас, секунду. Тихо, тихо. Так, тут кроме этого всего еще получается нужно от сфер этих уворачиваться. Так, она то окружает себя этим говном. Ай-яй-яй. И сфера летит какая-то. А от нее, наверное, можно увернуться этим зонтом как раз-таки. Не знаю, может попытаться сейчас походить на него, поскольку, опять же, терять нечего. Вот, соответственно, хоть как-то понять, как драться против подобных существ. Непонятно, что это. Как его там зовут? Воин. Воин, да, тебя зовут? Готовится несколько больших сфер. Так, тихо. Ай-яй. Ай, это нечестно. Ай. Так. А я бутылку от тьмы покупал, да? Ай. Бутылку от такого урона я покупал. Давайте ее выпьем быстрее, пока шары до нас не долетели. Блин, он окружил себя этим говном. Опа. Лутать можно что-то. Можно спрятаться будет. Надо запомнить это место. Ай-яй. Да, в принципе, это работает. Где он там?
Ага, вижу. Так, он опять начинает что-то кастовать. Ой, ай, 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 тихо. Так, ну банка опять же более-менее спасает. Тут сложность очень сильно увеличивают как раз-таки. Ой, тихо. Тихо. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Мансить надо. Ай, мансим. Так, что-то пока непонятно. Ситимен. Возможно, опять же, я не совсем готов с ним драться. Это вполне может быть вероятно. То есть, как бы я могу это сделать, но... Так, вот тут бежать надо опять, скорее всего. Да. Вот таких несколько. Опять он фигней своей страдает. Ай-яй. Попал. Он перебежал немножко. В целом, я смотрю, у него накапливается очень быстро. Ну, то есть, в целом, если бить его, потеря концентрации очень быстро у него в целом. Вот. И так понимаю, тут нужно еще юзать что-то по типу какого-нибудь там божественного конфетти, там, я не знаю, чего-нибудь такого. Тихо, ай-яй, ой. А почему ваншот? А, потому что я, скорее всего, полоску эту набрал, да, и не заметил даже. Тупо проглазил. Там этот идут, да? Громадные шары. А нет, ладно. Зря потратил. Нажал вообще-то. На всякий случай выпью. Так, и готовится несколько шаров. Так, ага, плохо все. Ай-яй-яй-яй! Я на один удар прям. Надо было, возможно, зонтом укрываться. Не, в целом я могу. Могу. Тут можно дополнительно использовать, возможно, эти леденцы. Но блин, я даже не знаю. Яд, наверное, уже не нужен нам. И вот это я поставлю рядом тогда с собой сейчас. Драже на второй план уйдет. У меня где драже, кстати? В начале где-то, да, вторым точно слотом. А как там, красные, да, леденцы получается? Да. Возможно, их стоит использовать. Так, стоп, куда, что, они сюда? Возможно, их стоит использовать. Тихо. Ай-яй-яй. Слишком много шаров он там наплодил. Ай. Так, пробираемся. Тихо.
Укрываемся. Укрываемся. Так, киляемся. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй. Чуть-чуть. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Это прям плохо. Где укрытие здесь? Успел. Успел, успел, успел. А вот тут мне нужно укрыться. Киляемся. Ай-яй, сколько всего. Говно. Это сильно. Ай. Тихо, тихо, тихо. Это сильно. Тут можно здесь укрыться пока что. Ай. Несложная тактика, несложная, пожалуй. Я бы не сказал, я как прям какой-то прям невыносимый. Так, все, отлично, получилось. Так, а что со второй стадией? Ага. О, вот это серьезно. Это серьезно. Так, у меня еще есть, получается, символы, чтобы драться с ним нормально. Так, вот это сильно было. Так, мне нужен фиолет. Быстрее пей. Отлично. Три фляги мне должно хватить еще. Так, вот это сильно. Максимально сильно. Ай. Пойду за столб. Отхиляюсь. Так, на всякий случай этот, фиолетовую флягу. Да блин, я думал это... Какая фигня. Ай, хиляйся быстрее. Нажал. Блин, как все плохо. Хиляйся быстрее. Блин. Все ужасно. Тихо-тихо. Не надо. Большие шары идут. Блин, все-таки. Тихо. Куда, куда, чё? Не вижу. Ай. Успею. Блин, куда-то бы сюда его пригнать, по сути. Там чуть-чуть осталось.
Пилок нет, но есть драже, по сути. Так, он бесконечно вот это вот будет сейчас кидаться фигней этой. Блин, надо близко, ближе к нему подойти. Я зря потратил. Нажал же, ну. Секунду. Так, у него хп меньше. У меня еще дрожжи есть. Переключаемся обратно на фиолетовую банку. Он такую позицию себе удобную выбрал, прям максимально удобную. Тихо. Черт. Ай-яй-яй-яй-яй! Фух! Церемониальный танго. А, тут будет танто, блин. Окей. Церемониальный танто, скорее всего, может даже. Кинжал танто без белым клинком и рукоятью превращает запас жизни, эмблем... Запас жизни в эмблем духа. А, заряд, восстанавливающийся во время отдыха, изначально использовался в церемонии подношения эмблемы духа, в которой ее отрезали от себя и отправляли по водам первоисточника подношения дракону. На клинке написано во имя, его истинное имя — верная душа. Блин, что-то сейчас этот перенервничался от битвы с ним, что-то не могу сейчас нормально читать ничего. Вот. Блин. Зарядка превращает запас жизни в эмблемы духа. Ага. А есть наоборот, например. Заряд восстанавливается во время отдыха и изначально использовался в церемонии подношения эмблемы духа, в которой ее отрезали от себя и отправляли по водам первоисточника к подношению дракону. На клинке написано его истинное имя — верная душа. Ага, окей, хорошо. Хорошо. Теперь можно здесь и облутаться. Нормально. Магнетит валяется. Тут лут я подобрал вроде какой-то. Ух, ну за него ничего не дали, тем не менее. Ну типа как там, что-то чуть-чуть, если вообще дали, что-то я даже не заметил, чтобы какая-то... И какой-то импакт был. Атаку усиливать нечего, бусин отчеток у нас нет, да. Это не то чтобы хорошо, в том плане, что... Хорошо, что я учел то, что нужно прокачать это. Вот, теперь можно, по сути, что сделать? Это... Вот тут уже... Ладно, пусть будет с ядовитого пруда. Что там за слово такое было? Как ты так быстро прочитал, не понял даже. А вот. А, так, а это что у нас за... Так, не то, наверное, да? Переместиться... А где вот такой... так, это деревня, это не то, опустившаяся долина. Не то. А где была такая локация? Вот, наверное, с этого. Вот с этого мне удобнее всего. Идти туда. Погнали за еще одним таким челом. Вроде, опять же, не то чтобы они прям сложные. Но
Но требует немножко, скажем так, вот этой всей концентрации, внимания. Всего такого. Леденцы, опять же, мне не нужны. Так, отступаем. Тут прятаться негде уже. Тут, скажем так, куда сложнее во всем этом плане. Ай, тихо. Так, успею. Ой-ой, назад, 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 назад. Так, пьем из фиолетовой фляги. Быстрее. Е. Черт. А сейчас они пройдут. И можно воскрешаться. Так, пей быстрее. Да не это из этой фляги пей. Ай. Быстрее. Ай-яй. Да, бывает и такое. А тут нет, а тут то, что я бегаю, типа похрен, да, немного? Я понял вас. Так, успею. Ага. Нажал, нажимал. Так, успею. Хоть что-то, но успею. Успею. Можно фиолетовый. Так, тихо. Первая. Вторая. Третья. Тут я тупанул очень сильно, да. Проблема в том, что они не позволяют себя бить. То есть, вот если к ним подошел, бьешь, еще нормально. Но вот если уже, скажем так, отошел, то подойти опять очень сложно. Так, переключаемся тогда на фиолетовую флягу, скорее всего. Леденцы, опять же, юзать не буду. Ну нафиг не надо. Тут опасно сейчас. Раз. Нет, херня. А, тут нужно очень вовремя нажать у ворот. И прям вот очень важно его вот прям парировать, чтобы увеличивать потерю концентрации. Но у меня почему-то это вовремя не получается. Ладно. Окей, еще раз сейчас попробуем. Неудачная попытка была. Очень неудачная. Назад. Надо не забывать так в случае чего прожимать тогда этот. Нормально. Ладно, получилось его побить немного, не так, как я хотел. Конечно, но... Да нажал я! Это бред, это бред, это бред, это бред! Это бред! Ай-яй-яй! Быстрее пей из фляги обычной. Ай. Переключаемся обратно на фиолетовую. Нет-нет-нет-нет, неправда. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. Переключаемся на обычную флягу. Быстрее. Выпей из фиолетовой фляги.
А как увернуться-то? Так, ладно, окей, подожду. В упоре стоять, типа, надо к нему в этот момент, что ли? Какова тут контра? Так, быстрее пей из обычной фляги. Переключаемся на фиолетовую. Блин, фигня. Ай-яй-яй, тихо. Так. Ага, нормально. Отлично, отлично. Так, вот это плохо. Быстро пьем. Так, нужно очень сейчас быстренько его слить. Быстрее. Да я ж... Быстрее пьем. Он сейчас начудит. Хуйня какой-то. Не понимаю, он как будто... Сейчас вот так вот. Отлично. Он так встает удобно прям. Максимально удобно. Дрожжа на всякий случай юзну. Блин, не. Быстрее, быстрее, быстрее вот эту выемку. Отлично. Не видел ничего. Что с камерой, блять, заебали в этой игре камеру мне руинить. Так, он сейчас исчезнет. У меня есть время юзнуть одно драже. Он появится где-то, я не знаю. Вон он где появится. Второй раз юзнет сейчас. Это нечестно. Это нечестно. Это плохо. Юзни быстрее, дрожже. Ай-яй-яй. Так, у нас осталась одна банка, если что. Ай-яй. Он сейчас шар юзает, да? Все отлично. Ну как вот парировать тебя? Я нажимаю парирование и не работает. Вот как нажать парирование, чтобы оно сработало? Можно узнать? Какой бред. Не, нормально, почти. Там половинка хп почти была уже. Нормально. Так, ладно. Еще раз. Назад. Тихо. Пойди. Раз, два, три. Так. Хотя бы заблокировал, я не знаю, бред какой-то.
Тихо. Нет, так нечестно. Блин, просто комбо словил от него. Так, ты можешь его спарировать, блять, раньше же получалось. Блин, что ты юзаешь? Ну, юзни ты хилку, пожалуйста. Да, спасибо. Отлично, хоть что-то. Так, быстрее. Блин. Я умер. Я понял, я лишний удар нажимаю какой-то. Вот лишний удар нажимаю, он уже реагирует на этот удар, и, соответственно, он ничего не может спарировать. Нужно бить как, ну, крайне аккуратно. То есть в ритм определенный бить, чтобы можно было в случае чего отменить удар даже. Сложно это делать порой. Отойди. Сейчас шары будут идти еще. Лучше уж так их переждать. В целом. Получилось. Ай-яй-яй. Проблема в том, что еще если мне шарик заденет, я не смогу этот ответить ему на удар. Нажал, 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 блин. Отлично. Так, сейчас хиляюсь. Хиля... Так, убираю себя вот эту хрень. Ай-яй. Повезло. Ну, неплохой сейчас. Сейчас, а ну-ка. Захилялись, нормально все. Так, плохо все. Хиляемся. Ай. А, я сейчас умру. Тихо, быстрее хиляйся. Так, пошла вторая стадия. Он сейчас там появится. А, не. Он появляется... Еще раз, да? Ты что делаешь? Хиляемся быстрее.
Хиляемся. Он мне из виду теряет, что ли, или что? Ух-ух-ух, о, как плохо-то все. А почему ваншот-то? Он типа усилил свои чары какие-то там. Ай-яй-яй-яй, тихо. Так, быстрее. Так, я так умру быстрее. Ай. Так, Анатолий, вы что-то там пишете? Я сейчас не могу глянуть. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Опасно. Плохо все. Киляемся быстрее. Блин, этот шарик, который рядом с ним стоит, прям в нем раздражает максимально. Так, сейчас. А ей быстрее принимай. Так, сейчас. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо. Принимай быстрее. Отлично. Тихо-тихо-тихо. Где драже мое? Ай! Ай-яй-яй! Блин, блин, блин. Тихо. Так, быстрее. Говно летит, говно летит, говно летит. Куча говна летит, ай. Тихо, и там хуйня летит. Я вижу. Ай. Так. Сейчас. Все плохо. Еще раз, да, будешь? Да, сейчас еще раз. Так, у меня есть время юзнуть драже. Получил все-таки. Блин, блин, тихо, ай, ни хрена нет. Блин, тут пару ударов ему осталось. Тихо, ай, одно хп, блядь. Блин, так не вынесу. Это сложно слишком. Он же... Бля... Пиздец, это на такой грани я сейчас просто... Ужас, блядь, это... Я в ахуе с этого всего. Пиздец, вот это тайминг просто. Я не смог нажать на вот это... Я нажимаю на эту клавишу, и она не нажимается. Она не регистрируется, что это финальный удар должен быть. Пиздец. Да не надо, Анатолий, типа. Тут примерно все понятно. Просто я фигней страдаю порой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Повар, не надо смеяться. Не смешно. Да, блядь. Вот, я очень много хп. Я... Блять. Так, стоп. А было ли озвучка доната? Что-то я ничего не понял. А где дон... А, ну, типа, должно же быть. Какой бред какой-то. Ничего не понимаю пока что. И разобраться не могу пока. Блин. Вроде нормально же все настроил. Или это было типа тихо? Ничего не понял. Было. Разберемся. Так, быстрее.
Ай, блин, не одно, так другое поймал. Так, быстрее. Блин, я так умру скоро. Ай. Шар! Еще раз соберешь, да, энергию свою? Мне нравится, когда он здесь стоит, потому что можно сюда отойти спокойно и в случае чего отхиляться. Но он прям чувствует, что я пытаюсь сочкануть. И он прям посылает ко мне своих. Наконец-то. Сука, дырявая секира со своей камерой. Я не знаю эту камеру, это вот... извращенцы максимально описали эту камеру, все. Так, с учем, у меня есть драже. Сейчас тогда юзаем одно драже. Да, спасибо, спасибо, да. Специально взял для таких ситуаций. Собираю еще одну, да. Так, юзаем дрожжи быстренько. Так, это он один удар сделал, я что-то готов был уже ко второму. Да, блин. Только не дамажься. Ай-яй-яй, тихо. Так, быстрее. Дня. Так, отбегаем. Тихо, ай-яй-яй, тихо. Фиолетовая банка, где она? Быстрее пей. Ух. Сейчас пойдут большие, я тогда тут жду. Осталось ему буквально 5 ударов сделать. 5 ударов, и он готов. Наверное. Тихо, где банка? Быстрее! Успел? Фух. Фух, вот это жестко! Не, на самом деле мне нравятся тут боссы, в том плане, что дичайший интерактив с ними. Вот прям дичайший интерактив. То есть... Это вот, помнишь, Анатолий, типа, во втором Dark Souls Алдия? То есть там нужно было вовремя выжидать, пока пройдут эти шары и все. Ну, то есть вот такая вот штука. То есть там он кидал, что-то ставил, лужи там под меня спаунил, типа еще что-то. Тут что-то наподобие такого. То есть ты должен выжидать, пока пройдут, получается, стадии с шарами. Кстати, вот похоже, кстати, потому по сути он создавал один громадный, а здесь чуть поменьше, но их несколько. Вот, что-то подобное. Мне нравится данный босс. Вот чисто лайк ему. Типа, чисто на тактику и... Я не знаю, тут, конечно, ноу-хитраном... Сейчас, что это? А, это этот водопад. Тут, конечно, ноу-хитраном не побегаешь, в том плане, что, ну, это крайне сложно подобное тренить. В том плане, что один удар отбежал, разве что, потому что сферы, которые летают, они все равно как-то тебя будут пытаться надамажить. Вот, и поэтому как-то так. Как-то так. Ой, сейчас тогда. Получается, на чем мы остановились? У нас, получается, окраина Асфина остался безголовый. Я пока с ними этот... Не хочу уже что-то. Два босса подобных мне на сегодня достаточно. Вот, можно пойти, в принципе, по сюжету, скажем так, потому что вчера доделали полностью поместье Хирата, но, сколько я знаю, можно будет сюда вернуться. Но в зависимости от того, скажем так, какая концовка у нас, какой концовки мы идем, судя по всему. Я пока тут, скажем так, слухи, все слухи. А, вот.
Так, стоп, самое важное это. Что случилось с донатом-то, типа? Что случилось с донатом-то? Типа, вот еще раз, например. Где озвучка? Ну это типа, это ну как бы прикол такой. Типа озвучка ты же, ну как бы должна идти следом. Это баг, это я что? Ну типа как у меня? Я, по сути, единственное что это, я вставил ссылку. Вся остальная фигня это на, уже на этом. На стороне Donation Alerts. Ну давайте гляну я Donation Alerts, типа ну в теории. Во-первых, это спасибо за донат, конечно, как бы стопроцентно. Я, конечно, извиняюсь, что забыл сказать. Вот. Но тут же нельзя контролировать озвучку текста. Я правильно понимаю? Ну, в том плане, что можно сделать так длительность доната, длительность отображения. Так, ну... Но тут нет такого, типа, включить озвучку или выключить озвучку. Или я где-то все-таки что-то тыкнул, что-то отключил. Вот тут я не могу сказать, потому что... как это правильно выразиться-то? В теории до этого все работало. Ну, в том плане, что вроде были, скажем так, зачисления, и они озвучивались. Может, где-то что-то сбилось? Тут я не могу сказать. Блин. Надо будет перепроверить, потому что, ну, это какая-то хрень. А так еще раз спасибо за донат. Очень приятно. Вот. Что-то бред какой. Надо будет перепроверить, потому что я что-то вообще не понял прикола в данном случае. А, вот, как-то так. Окей. Бред какой-то, короче. Бред. Ой, что касается всех концовок, я не знаю, потому что я глянул, скажем так, сюжет в этой игре, потому что мне очень интересно было его понять. Так, курсор, он уйдет? А, все, курсор ушел, отлично. Типа, мне интересно было в целом понять сюжет, то есть, что происходит. Конечно, я так глянул, такой лайтовый ролик, то есть, без никаких таких углублений, там, что конкретно происходит, вот, но... А в целом, типа, этот, как это правильно сказать, я посмотрел примерно, как эти все концовки выглядят. То есть, не то, что нужно для них сделать, а примерно, что вообще они себя представляют. Но там есть какие-то... В смысле, DS3? Подожди, когда я стримил Dark Souls 3, там видос какой-то прошляпился, что ли? 14-й, лола, чё. Кстати, Анатолий, а поэтому по записи этих, а записи первых 10, о, первых 9 частей Секира есть? То есть я просто, ой, стоп, не 10, 8 первых, я 9-ю, стоп, или да, первых 8 вроде должно быть, 9-ю я вчера забыл выложить, типа... Типа, вроде просто я все тыкнул, но мне пришло на почту, типа, что первая часть загрузилась. Поэтому я и смотрю, как бы, резервная копия, она на той резервной копии, что должно быть сделано, да, скажем так. Так, денег у нас ни хрена нет, мы все потратили на улучшение резчика, все баблишки, ну, почти все, кстати. Вот. Опять же, сейчас переместимся тогда в храм. Остались... Единственное, что, возможно... ну вот что я хотел сказать, типа, не знаю насчет концовок, концовки, какая концовка будет, такая будет, я не знаю, насчет перепрохождения Секира, потому что, типа, я вот примерно заканчиваю Секира, а там вот чуть-чуть уже Elden Ring выходит, и как бы мне его уже, в него нужно играть, вот. Как бы, и поэтому не знаю насчет перепрохождения Секира, можно будет как-нибудь сделать. В отличие от Dark Souls, мне реально хочется в некотором плане его перепройти еще раз. Ну, то есть, есть желание в целом такое, то есть, оно присутствует. Вот, выразимся так.
Поэтому в целом можно будет как-нибудь и перепройти. Игра-то она куда лучше, типа, по геймплею. Конечно, управление, я до конца вообще его понять не могу. Типа, это управление. Может быть, геймпад, может быть, input lag какой-то имеется, может еще что-то, но факт есть факт. Призраком, однако, его пурпурное пламя не накладывает статус огонь. Лазурный огонь священник зажигает ненависть. Это как-нибудь, я не знаю, когда вообще. По сути, из улучшения подобного, мне, наверное, интересует больше. Это мы не сможем сделать. А, можно даже так. Но это, я так понимаю, нужно отказаться сбать, отказаться, ну, нарушить, короче, железный кодекс, да? Типа. И тогда, по сути, можно будет к трем перейти. Потому что вроде если согласиться, ну, типа, согласиться с батей, там только вроде одна какая-то такая концовка, скажем так, где мы становимся демоном, Сурой, то бишь, и все вроде, как бы. А сохранишься и выберешь каждую, это ты про то, что сейф файл сохранить, просто скопировать куда-то в папку перед тем, как делать какой-то решающий выбор. Просто как бы манипуляция с сейвами из Dark Souls, это я примерно плюс-минус помню, чё к чему. Вот. Тут, по сути, ж такая же, наверное, механика, тут ничего не меняли, скорее всего. 8. А, ну вот, все нормально. Значит, получается, 9-10 я сегодня докину. Вот, как-то так. Так, что касается, получается, улучшение, опять же, можно, в принципе, копье прокачать. Мне оно плюс-минус нравится, но я не до конца понял механику, как я уже говорил. А из этого всего, что качать? Ну, возможно, еще. Во-первых, меня интересует, что за лазурное священное пламя. Как бы наносит урон призракам, но прикол какой в нем. Стоп, секунду. А это можно так разве? Типа сохраниться в игре отдельным сейвом. Ну, то бишь, это скопировать сейв, типа, по сути. Просто я тут не видел конкретно такого, что сделать какой-то дополнительный сейв к вот этой, например, как несколько сейвов к одному и тому же прохождению. Или можно, просто я что-то такого не замечал. Ладно. Ладно, сейчас еще раз просто напоследок глянуть. Типа. Это мета по дальности поражения вступает в сюрикен, наносит больше урон залпом монет. Размер мощности залпа, сколько у вас денег? Иными словами, чем больше вы. Так, ага. Ага. Нифига себе. Интересно, деньги тратятся или нет? Тут тоже вопрос, по факту. Вот Сабимару еще мне интересен, но. Типа, отравить врага, есть ли в этом прикол какой-то? Топор вообще не понял, но я не выкупил топор. То есть, ну просто, как бы, окей, типа, усиленный удар. В принципе, я могу и так нанести много урона. Ну, то есть, в целом, как бы, вот, допустим, я понимаю прикол петарды. Ну, то есть, точнее, долгая искра или вот искра пурпурного тумана даже какая-то, типа. То есть враг просто оглушен, он не понимает, что происходит. И, соответственно, как бы его можно бить в этот момент. Я понимаю, зонт. Ну, в данном случае сиреневый зонт это против ну, тех, не призраков, а как это правильно сказать. Наносил его призраками. Ну, то есть, по сути, призрачный вот этот урон, да, то есть, как фиолетовый. Это я вижу прикол в этом. Вот, но в топоре я что-то еще прикола не увидел. Разве что лотосовый зонт. Так, ага. Огнем, а также с ней. Но я не знаю, есть ли прикол вообще от огня отпихиваться.
Я так понимаю, а интересно, а встроенный зонд магнит, это, я так понимаю, физический урон полностью блокирует, судя по всему. В целом, скорее всего, должен. Вот. Ладно, окей, потом как-нибудь разберемся. Просто сейчас это, скажем так, хочу передохнуть после подобной битвы. Так. Ну, по сути, единственное, что нам сейчас остается, это отправиться обратно зачищать этот замок Асина. Потому что тут только остался один безголовый. Здесь полностью, кроме вход в заброшенное подземелье, здесь полностью все недоступно. Это вот это нужно разобраться этим. Здесь сейчас. Что-то я подобное видел. А ну-ка, стоп, а у меня же этот зонт, он, возможно, этот, как это сказать? Применяя заслон ЛБ во время вражеской атаки, вращающийся зонт. Сейчас, секунду. Можно бить зонтом из блока. Заряженный удар. Я не помню, что это за улучшение. Я что-то видел такое, можно какой-то удар сделать из зонта. Но я не помню, какой это конкретно зонт. Магнит, может, был как раз-таки. Во время вражеской атаки, при мне заслон ЛБ во время вражеской атаки, вращающийся зонт. Нет, не то. Нет, значит, это все зонты умеют, получается. Значит, что-то я не то прочитал. Так, а ну-ка, а это получается что? Это если я взял... Вот... А как за... Нет, что-то не то, да? Вот зонт. А, это вот этот удар, я так понимаю, да? Типа, крутишь вот эту вот, да, фигню и... Типа она дамажит что-то, судя по всему. Так, отдохнуть надо, пожалуй. А, ну это как-то для меня не то, что сложно. Я пока просто этого не видел. И, соответственно, мне сложно понять, о чем говорится. Ладно, как-нибудь разберемся. Опять же, я максимально по хардкорному бью, то есть как бы максимально по тупому, максимально по самому сложному пути, как всегда иду. Ладно, что, продолжим дальше. Это получается храм Стэмпо. Здесь получается все зачищено, вроде. Ну да, то есть вроде ничего нет. Опустившаяся долина, тут все. Стоп, переместиться. Так, тут получается все. Единственное, что вот это может вещь еще нам пригодится, дверь свадебной пещеры. Тут нам могут еще, нужно сюда будет, возможно, еще возвратиться, как я понимаю. И, соответственно, вот этот костер еще может пригодиться при условии, что нам придется сюда возвращаться. Вот, как-то так. Так, ну чё, погнали тогда в замок Асина, типа, разбираться, чё к чему, почему у нас, этот, все идолы исчезли. Вот. И, скорее всего, будут новые мини-боссы какие-то. А мне еще вот интересно спуститься обратно сюда. Да. Потому что мы как бы отдали тут красные глаза. Красные глаза мы отдали-то. А что из этого в дальнейшем выйдет из сюжета, я ж не шарю. И мне интересно посмотреть. Так, ну мы остановились на том, что он типа так прикрыл глаза, ой, ну там типа лицо руками и ну и сидит, шатается. Типа и все.
Все, больше на этом все, пожалуй. Не знаю, что нужно в дальнейшем сделать. Типа, постучаться к нему нельзя. И, соответственно, как бы... Постучаться к нему нельзя, и непонятно, что делать. И как туда попасть, пока непонятно, потому что, скорее всего, должна калитка открыться, вот эта вот. А она не открыта. Явно не открыта. Никогда тебя не сменят, пожалуй. Блин, это приемы госпожи Бабочки, это просто что-то невероятное. Мне максимально нравится этот удар. Просто максимально. Ого, это что такое? Это что-то новенькое. Нифига себе. Эту аниматку, наверное, очень долго рисовали. Она такая необычная. Опять же, я был... Это, по-моему, армия министерства, да, судя по всему? Это уже максимально... Это если каждый моб у них такой, это же пиздец, лол. Я ж не выживу. Не, я просто суть в том, что я не помню... Я слишком увлекся вот этими дополнительными прохождениями локаций, типа каким-то другим абсолютно вещами я увлекся. Я не помню, когда, получается, стали эти идолы недоступными. Вот серьезно, вообще не скажу. Максимально. И мне опять нужно проходить вот эту локацию, а меня она немножко бесит. К сожалению. Ну как бесит? В том плане, что тут порой мобы такие необычные. А вот. Синоби, домога, охоли. И удивительно, что... Ага, мост нам спустили, да? Мост нам спустили, но при этом мы можем плавать, поэтому уже из этого можно что-то вынести. Окей, хорошо. Мы можем, например, вот здесь вот подняться. Да, можем. А если я пойду сюда, здесь что-нибудь изменится? Так, ну здесь те же два челика, и скорее всего там будут собачки еще. Здесь также дверь закрыта. Также ходят два воина Таро. Я наконец-то узнал, как их называют. Так, здесь получается, что у нас? Все так же... Ага, закрыто. Хочу отметить, закрыто. Так, никого здесь больше нет. Ничего не поменялось. Только почему-то теперь уже закрыли решеткой. А данный проход. Клетку, по сути. Так, можно, да. Спасибо. Ну, я так понимаю, что вот эта часть локации, она не тронутая. Ну и в целом тогда и не важно. Если она не тронутая, то и пофиг на самом деле. У нас просто, скажем так, другие проблемы есть. Потому что опять всю локацию зачищать. Ужасно. Так, сейчас еще раз. Заберись.
Так, окей. Я так понимаю, здесь не заберешься, судя по всему. Тот чел упомянул ров какой-то. Здесь также крысы обитают. А, ваншотные какие-то даже. Либо у нас сила атаки уже настолько большая, что ваншот это по сути. Либо еще что-то. Тут закрыто. Окей. Так, а как отсюда выбраться? Не, конечно, знаю один путь в том плане, что можно сейчас этим идолом возвращения вернуться. Вот. Но мне хотелось бы как-то, скажем так, не то чтобы обычным способом, но пешком, что ли. Потому что я там у этого моба убил, а у него довольно-таки атаки такие. Приличные, я бы сказал. Опасно даже как-то драться с ним еще раз, потому что если я знаю, что у меня может быть все что угодно. Так, сейчас как-то нужно только пиксель поймать. Ну, типа, фигня какая-то, я страдаю. Короче, ладно, неважно. Еще раз, значит, убьем этого чела. Это кто? Ящерица, что ли? По сути, ситуация какая? Скорее всего, сейчас в воду надо будет прыгать и оттуда как-то что-то выкручиваться. Да. А, я понял, значит, переместимся. Немножко троллят нас, я так понимаю. Вход в заброшенное подземелье. Так, 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 так. Ну, в воду прыгать, да, получается. Другого пути вроде нет. Еще нет, там мост спустили, конечно. Печально. Мне... Ой, стоп, не туда. И меня еще напрягает, что все идолы, по сути, были заблокированы. А где тот чел из этого? А он как раз и убегал, по сути, от него. Да, он, скорее всего, убегал от этого воина. Министерство, что ли? Фига у него атаки, конечно. Дикие, дикие. Тут закрыт проход, я вижу. То есть, типа, никак не повзаимодействуешь с этим, окей. Ну тогда что, в воду? В воду прыгаем. Как там этот? Вот, нырнуть, отлично. Наконец-то можно здесь поплавать, посмотреть, что к чему. Еще одна драгоценная чешуя. Там для маски вроде 7 надо, а у нас уже 6. Ну там где-то я какого-то, может, карпа еще, конечно, и пропустил. Например, вот этого, да? Все. Отлично. Я помню это место. Примерно напомню. Или стоп, или это уже другое место. Просто я здесь вроде бы был. Да, я тут был. Офигеть. Я аж буду лучше драться с этим челом, чем...
с другим, потому что как бы из двух зол я лучше выберу вот это меньшее, скажем так. У нас здесь тоже какой-то особый противник будет, нет? Ну да ладно. У меня вопрос, как поднять этот мост? Может как-нибудь спрыгнуть туда? Хотя может какой-то странный способ будет. Тут уже нет, кстати, вот этого перьевого рыцаря. Опа. Но у вас, конечно, шансов мало. Очень мало. Интересно, если я спрыгну, я же, по сути, выживу, да? Не, они его колотят, кстати, прилично, хочу отметить. Колотят они его прилично все-таки. Я-то думал наоборот, типа, на то они и воины министерства, что как бы максимально заряжены силой и боевым духом, но походу не особо хорошо. Это его убили, скорее всего, потому что он мне пиздец как надоедал по факту. И у меня идея опять же спрыгнуть. Я не знаю, будет ли в этом какой-то прикол. Просто я хочу, скажем так, заново пройти, восстановить, точнее. А мне дают это сделать? Нет, мне не дают это сделать, я понял. Хотя по факту я выживу. Ну то есть, а такие падения, они там хп парочку сносят и все. Ворота замурованы, так отмуруй. Я надеюсь, я как потом как-нибудь сюда попаду все-таки. А как теперь этот вернуться? А, нет, идол возвращения юзать не хочется. Блин, опять что ли этим путем? Ладно, окей. Мне как бы не сложно. Опа. Это что такое? Это редкий леденец вот этот вот. Который у меня там 5 штук уже, скорее всего, набралось в инвентаре. Так, 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 опа. Что новое, наверное. Дрожжи, это хорошо. О, это вот этот, вот эти ворота же, да? Я правильно понимаю? Да, 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 это вот эти самые ворота, которые наконец-то можно открыть. Да, 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 они самые. Ну пусть будет. Полезно. Так, а теперь как этот... Тут точно. Опа. Нормальный, нормальный бой такой. 686 очков за такого чела. Это пиздец. Сильно. Однако. Хочу отметить. И для чего вот эта штука была сделана? Точнее, где я сейчас буду? Ага, вот эта лестница. Да ё-моё. Так, сейчас с тобой поговорим. Напали.
Давай, иди сюда. Тихо. Так, минус один. Уже можно даже атаковать. Килимся. Ты откуда взял-то? Стоп, а откуда тот взялся? Что-то я не понял, как я того чела надамажил. Блин, мне нравятся эти приемы госпожи бабочки. Это что-то невероятное. Это определенно лайк. Таким ударом. Так, а что здесь? Здесь я помню, вот тут чел сидел как раз торговец, были людишки, а так ничего особо и интересного. Скажем так, были одни противники, сейчас будут другие. Только не говорите, что кого я слышу. Старого знакомого. Да. С этой стороны не открывается, я даже знаю, с какой стороны туда откроется, точнее, нужно будет упасть сюда. Ладно, тогда погнали, короче, опять с крыши заходить сюда. Ой, опять драться, вот это вот ужас. Это кто там? Ага. Чуть, ты что делаешь? Ага, теперь получается вместо... О, как все интересно. Ай-яй-яй. Фух, вот это уже максимально сложно. То есть теперь получается у нас были раньше вот эти вот какие-то перьевые челы. А теперь челы... Как они называются? Это разведчики, министерство или как-то что-то? Крысы, короче. Какие-то. Ух, я даже не знаю, как сейчас пробираться. Блин, у нас болеть начали люди. Так-то да, просто хотелось как-то обойти, а в итоге получается из-за того, что я не знал, куда я иду, я загрел еще больше людей. А, вот. Да и, кстати, изучать нечего. Опять же, разве что что-то вот из этого при разряде. В принципе, можно было бы, если была бы возможность. Так. Вот здесь вот уже нет смысла драться с ними. Так, ща. Здесь тоже убить, да, получается? О, крыса.
Так, аккуратненько, аккуратненько. Как тебе там подняться? Причем крыса из министерства. Ужас. А, магнетит. Тем не менее. У меня вопрос таков. Зачем мне драться с ними? Или они опять замуровали все проходы? А мне придется драться с ним, да? Здесь не поднимешься. Угу. Так, 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 так. Волк там гавкает. А ты умеешь? Так, сейчас, секунду. Тебя ли мне надо? Нет, тебе не надо. О, а может быть чисто... Ну-ка, получится ли? А нет, не получится. Тихо, тихо, тихо. Не то пьешь. Давай, иди сюда. Поднимитесь. Один поднялся. Ни хрена себе. Ты такой за монах. Так, минус один, отлично. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Где он? Иди сюда. Ай-ё, что сейчас происходит? Я нашел, походу, уязвимость игры, скажем так. Ай-яй-яй. Куда-нибудь. Отлично. Ну, не совсем. Блин, я из-за того, что я прыгаю со стиком, игра думает, что я прыгаю в сторону, а я как бы хотел прыгнуть просто. Ладно. Не, это сильно, это сильно, ладно. Это сильно, действительно. Немножко, как всегда, по-нубски это все. Да если бы не вылетал из площадки, давно бы уже разобрался со всем этим. А, здесь копеечек еще какой-то гуляет, я понял. Так дерут с теми, я не понимаю, кого я так убил. Потому что не видел никого из противников, кроме меня. Вот, вот это нормально? Вот это нормально, можно узнать. Так, можно выше подняться, мне это нравится. Вот я хочу тебя загрыть, иди сюда. Сможешь? Я думаю, сможет. Опа, тихо. Ай-яй-яй. Так, вот этот мне и нужен как раз-таки один.
Я не получилось контратаку Микири сделать. Так, окей, один есть. Так, тихо, тихо, тихо. О, нормально, а ты можешь сюда подойти, или ты будешь там стоять? В принципе, если... А ну-ка, сейчас. Стагрись, пожалуйста. Он что-то вообще не выкупает. Точнее, наоборот, он выкупает, что я хочу сделать, и поэтому стоит на месте. Сейчас, ладно, он успокоится, я и обойду его, попытаюсь, по крайней мере. Там подо мной, получается, челы еще на площадке. Но я как-то возиться с ними не особо хочу. Так, тихо. Двое здесь. Так, они отворачиваются. Все, отлично. Отлично. Только не падай. Тихо. Собаки. О, кстати, можно же поплавать теперь в этом озере. Мы можем. Так, сейчас вот... С ним можно поговорить? Ага. Вот так вот, ничего не поделаешь. Так, и мне нужна какая-то точка сохранения. Она существует? Ой, блядь. Ой, блядь, тихо. А, вопрос. Я зря сделал, да? Что сюда пришел? Ай-яй, по лицу получил. Да ё-моё. Что с камерой в этой игре, можно узнать? Меня постоянно пытаются в стенку зажать и камеру сбить мне. А, это ты, что ли, босс? Вообще неинтересно. Белый то был как-то покруче выглядел. Стоп, сейчас, секунду. А, не-не, слушай, ты тоже хороший, смотрю. Не, стоп, а чё? Можно отхиляться? Спасибо. Я нажал, и там должна быть контратака Микири, что за бред? Нажал, был, должна быть контратака, блять. Парирование должно быть точнее. Он, где парирование? Опять камера. Опять мне пытается какую-то дыру загнать.
Пиляйся быстрее. Переключаемся на дрожже, если что. Тихо, тихо. Жуй дрожже. Еще раз жуй дрожже. Прень. Так, жуй дрожже. Ай. Ух, у меня еще одна попытка есть, да? А ну-ка. Ай-яй-яй. Не, ну это... Опять вот это вот в угол какой-то меня зажали сюда. Опять вот это вот... Ненавижу, когда в углы зажимают, потому что тут камера кривая максимально. Да, я заметил, что-то есть такое в этом. Блин, опять сюда идти. Мне какая-то точка сохранения нужна поближе. Или в целом, а если пробежать вот? Или пробежать не получится? То есть, типа... Не, хотя мне нужно знать, куда бежать. Так, сейчас... Ты мне нужен? Так вот ты... Иди ты нафиг, а? Я нажимаю все, что надо, не понимаю, что с игрой. И, а, из-за того, что мне собака бьет меня, говно получается. Фух, там сколько? 0 хп было, да? Ой. Ой, ё-моё. Ну вот как можно играть в эту... Вот как можно... Точнее, не играть в эту игру, а как можно ползать по этой херне, когда она просто, ну, неуправляемая. Надо еще дополнительно сидеть, наверное, тренироваться. Блин, это я вот зря туда зашел. Блин, я не хотел сюда заходить. Я хотел походить еще вокруг этого всего, поискать, если там какие-то, не знаю, идолы поблизости. Так. Да я не хотел сюда идти, я хотел наоборот походить еще там, посмотреть, что к чему. Но я так понимаю, это мне не мешает спуститься потом будет. И также. Окей, хорошо. Сумимасенна.
Так, ну... А стоп, я ж могу спокойно взять вот. Бац. Бац. И все. Ну, по факту. Так, на всякий случай дрожжей узну. Опять вот эта вот камера. А, ты что делаешь-то, Изберг? А у меня нет этого. Почему у меня нет... А. Да почему у меня одна жизнь? Стоп, там остальные окна открыты. Вокруг вот этой вот пагоды, интересно. Мне бы интересно было бы найти идол где-то здесь поблизости. По факту. Вот по факту было бы интересно идти идол. Не, в целом, как бы я и так могу бегать, мне не сложно. Скажем так, я закреплять привык. А вот. Просто как бы... Если есть возможность... Вот эта вот бамбуковая хрень, она меня раздражает максимально. Вот это вот получается окно, потом вот это окно, и потом раз, два, три. Так, еще раз. Закрепляем бамбуковую палку. Закрепляем бамбуковую эту палку, блядь. Все, отлично, закрепили. Закрепили. Так, а окна были чуть ниже или... Я не помню, на каком уровне были окна. Правый... Сейчас, стоп. Я, походу, уже настолько ушел, что, в принципе... А в те окна замуровали опять вот эти, я так понимаю, да? Где первый челик стоит с волком, который... Там еще одно есть. Ниже. Не, просто типа... Ой, так, не пали меня. Опа. Тихо-тихо. Вот. Оно? Оно. Вот, да-да-да, я вот это искал. Получается. Я вот это искал. Да. Я вот подобное искал, просто не помню, что к чему. Тут так же, все так же, да, абсолютно. Вся так же тактика стелса, да? А, ну, почти. Я вас понял. Ну, блин, не пугай меня так. Блин, 686 очков за них дают, я в шоке. Так, этот у окна уже не стоит, получается. Эти двое все так же чертят. Так, еще лут нам дают. Здесь какая тактика? Вот этого первого раз. Я такие типа, а что случилось? Тихо, не бей меня. Не-не, это ненормально какой-то. Так, бабка 2. Пока те не подошли, уходим. 3. А, сагрили все-таки, да? А тут какая есть потайная комната, мне интересно. На этом этаже получается, типа, в целом. Там, где челики чертят, есть потайная комната. Ну-ка. Первый есть.
Ага, я вас понял. Сейчас будем в тоже. А. Интересно, кто выиграет? Ух, это сло. Это что-то прям на. Ух, напряжно-то как. Так, сейчас, секунду, этот, вот так вот делаем. Сейчас будет тактика, тактика под названием крыса. Будем просто отагриваться от них и просто заходить за спину или что-то такое. По возможности. Что-то их так многовато стало здесь, я вижу. Это у многих, я так понимаю, она такая, скажем так, интересная. Здесь должны два моба стоять. А, ну, один уже, да, я смотрю. Так. Так. А как бы с тобой... А я смогу с тобой разобраться? А, ты этот у нас. Немножко не понимаешь, что происходит, да? Окей. Блин, не пугайте так. Не, он прям лицом стоит, это не то. Что если... Типа... Сейчас, отстань от него. Так, быстрее. Опа, он ходить начинает. Или он возвращается на свою... Блин, он возвращается на свою позицию. Первый есть. Можно будет спрыгнуть потом на этого чела. Так, а потайная комната это... Офигеть, вот это да. Не, про нее я точно не шарил. Я примерно догадался, когда увидел, что получается. Когда увидел, что какая-то вот это вот видение, да, волка. Рядом с плакатом. Просто я обычно привык к такому. Да, в бабочке я находил ее. В бабочке я ее находил. Сначала даже не понял, куда потом идти. Я думал, это все. Так, ну, вроде зачищено. Зачищено, значит, можно идти дальше. 8 хилок, тем не менее. Вот эту фигню я помню. Вот эту фигню я помню. Здесь у нас чё? Ой, тихо. Тихо. А где? Тихо. Ай-яй-яй.
Хиляйся. Я просто вспомнить что-то при... Когда тут первый раз только был, случайно разбил. Такой типа, вау, нифига себе. Стоп, а что это нам дало? Опа. О, а, так это ведет сюда оно. А с ними можно поболтать аж? Ничего себе. Так потому что он этот. Где вот? Он же этот. И долбанутый. Мне тебе по всей карте искать, чтобы тебе семечко дать, да, наверное? Я тебя понял. О, кстати, угоститься к Асина. Ну давайте этот все-таки как бы этот будем набухивать. Если того деда не получается набухивать, ему почему-то саке дать нельзя. Давайте этому будем давать саке, типа. Саке. О, кинокина. Дуре. Будем спаивать дедов, типа, нам ничего не остается, судя по всему. Они так реагируют на алкашку, вот максимально офигенно. Ооо! О, такэ. Кавай, такэ. О, Ну, в целом возможно, да. Хотя мы ж не знаем интерес ФМ, может наоборот она какой-нибудь геронтофил, да, то есть как бы. О, еще. Тут в этой игре нужно сделать нарезку, типа, реакция на алкашку у дедов, то есть у резчика чисто понарезать и у него. Ага, знатная. Я так и не понял, как ее контрить. Я что-то помню, нужно в воздухе нажать вроде кнопку удара и как бы типа таким образом выпустить обратно молнию, что-то нажимать ни хрена не получается. Я что-то так и не понял, как ее выпускать, или не кнопку удара, что-то нажать надо было. Ну,
Да, ё-моё, сейчас. Мне нужно максимально понять, что с ним диалог точно закончен. Все, да, с ним диалог точно закончен. Так, здесь никакого лута нет. И все. Опа. В смысле лута нет? Есть лут, конечно. Дрожим. Хотя бы теперь ему, к нему можно так попасть. Не через, скажем так. В смысле сундук. Какой сундук? Так, секунду. Сундук. Так это обычный сундук, или ты не про этот сундук? Какой сундук? Там, где я подобрал дрожже. А, это взаимодействие. Фига. А он все время здесь был? Старый текст, черный клинк. Ага. Кроме красного клинка бессмертных существует и черный. Его имя — открытые врата. Говорят, что он способен открыть врата подземный мир. Своей силой он создает жизнь. Заклинаю вас, делайте подношение крови дракона. Ага. И чё? Так, секунду. Ключевые предметы. Где там эти свитки все, документации? Окей, есть такой свиток. А получить этот меч мы, скорее всего, там не сможем, да? В этой игре. Или сможем? Не знаю. Так, 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 так. Здесь что у нас? Никаких там... Ничего нет такого. Я хочу, пожалуй, здесь сохраниться. Блин, в прошлый раз здесь был такой босс, скажем так, потненький. Я его минут 40 закреплял, это точно. А вот, сейчас против них еще драться. Блин, ну ты там еще сзади. Ну вот, что вот это, зачем оно? Блин, они ногами мне чисто все снесли. Чисто одними ногами. Он сзади заходит. Мне это вообще не нравится. Блин, я так ничего не сделаю. Мне подножки они дают. Ну, значит, сейчас просрём вот это одно очко. Как можно тут облегчить задачу? Типа... А где второй, кстати? Ещё на потолке прячется. Как-то заранее второй... Вот... А, сразу подбежать к этому, что ли? Не, он, блин, они агрятся. А, на картах? Все, я понял. Ладно, я как всегда по хардкору. Можно камеру? Блин, вот кто в этой игре писал камеру? Это максимальный извращенец. Вот больной человек на голову. Так, все, умирай. Ну, кстати, интересная этот вещь максимальная. Такая тактика, прям подсказка-подсказка.
Да, это издевательство какое-то. Чисто против меня все. Одинокая тень, рука без чести. А почему все не однорукие? Или у них есть рука, но они типа одной рукой привыкли драться, скорее всего. Отхиляйся. Что происходит? Ладно, я понял, там еще резче нужно реагировать, скажем так. Потому что сразу какой-то скрипт срабатывает, и начинается битва. То есть нужно как-то порезче себя вести. Блин, ну с первым челом, конечно, здесь было не то чтобы сложнее, не то чтобы легче. Отлично, все. О, можно было его приручить, кстати. Ладно. Потом как-нибудь. Ай-яй-яй, тихо. Киряемся. Фигня. Блин, ну я ж как-то побеждал похожего хрена в пещере. А я не юзал эти удары. О чем вы? Да блин, я не... Слишком какие-то непонятные удары. Непонятные удары, говорю. Так, ладно, все, первый трай готов. Сейчас, думаю, полегче будет. Так, давай без этого. Фух, все. Так, окей, хорошо. Да, кстати, нужно про это еще не забывать, но при этом... Да, ну давайте сейчас вниз и сходим как раз таки. 23.04, кстати. Угу. А, 3 из 4, я думал, уже 4 из 4 у нас. А, так, я, ну, главное, чтобы скрипты никакие не сработали. Сейчас, секунду, я вот аккуратнее. А. Это кто? А, я понял. Так, вот слишком резко было. Слишком резкая Микири у него. Что делает бабка? Не знаю. Ну давай, иди сюда. Если с Громилой ничего не поменялось, так, надо как-то этот, вот да, отсюда, пожалуй.
А, отсюда, конечно. Один великан в колодках, одна хп, точнее, его есть. Я примерно помню, как его бить. Он не такой сложный в целом. Так, вот тут немножко получил я. Сейчас. О! Лекарство Синоби уровня 3. Офигеть. Вот это да. Стоп. Заранее. Проверка. Проверка на непонятность. А разве тебе не продали соль? Еще один босс открытый есть. Угу. Ну я вроде сказал тому торговцу, типа, что соли недостаточно. Он может что-то и сделал. А разве не где-то здесь был этот идол? А, идол был не здесь, он был немного дальше. Потом, сейчас, тут идол, я хочу хотя бы у него сохраниться. А вот ты думай, сражаться или убежать. И не факт, что ты получишь деньги. Вот так вот. Опа. Что-то открыто. Или это было открыто, не помню. А, точно. Медитировать у идола, изучение навыков не надо, улучшение выносливости его. Хотя куда еще больше хп, я вообще не понимаю на самом деле. А, насколько я знаю, тот чел, вот этот вот, короткий, он должен переместиться... Нет, не тут. А сюда мне нет смысла возвращаться, скорее всего, да? Потому что тут вроде... Ага. Хорошо, идол запомню. Без проблем. Да ты гонишь, харе стрелять-то. Так, вроде как раз-таки здесь что-то была какая-то сакура росла, да? Я так понимаю. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Ты чё? Ты чё? Осторожно. О, там военачальник, ничего себе. Я, пожалуй, подожду окончания битвы.
Там военачальник какой-то. С него бусина должна упасть, наверное, какая-то. Кто же выиграет, интересно? Ага. Идет, идет. Нифига себе. Вот это да. Так, окей. Минус военачальник. Это хорошо, наверное. Ну, в том плане, что его, наверное, бить не надо. А сюда есть смысл идти? Сюда, наверное, нет смысла идти. Зачем? Она надо? Ага, тут перебиты. Да, блять. Ну, спасибо, пошел туда. Ноль хилок, иди туда, называется. Ну вот, ладно, окей. Блин. Отхиляюсь. Это опять тот же самый чел, по факту. Дерусь против него второй раз. Тихо. Подножки ставят какие-то. Ай-яй. Ай-яй-яй, плохо все. Это что такое? Что он сделал? Урон по моей концентрации увеличил, скорее всего. Но там некуда было уворачиваться. Ладно, не так сложно, в принципе. Вау. Еще один босс. Ничего себе, тут куча боссов. Ну, как боссов. Это можно считать за босс? Как бы, по сути, воспоминания нет конкретного про него. Но как бы типа все равно босс, да, хотите сказать? А ты чё? Ты не военачальник, да? А не, военачальник. Потом с тобой как-нибудь разберусь. Я вот этот, кстати, прыжок, я не до конца понял еще с начала игры. То есть можно, да, там прыгнуть и как-то так его долбануть так ногой по голове и типа офигенно. А вот. Да ё-моё. Так, сейчас.
по сути, чистая битва. Ну, почти. Пару ударов он мне все-таки сделал. Еще одна бусина отчеток. Нет, типа да, но у меня проблема какая? Либо это с геймпадом какая-то проблема, что скорее всего, потому что вот кто, скажем так, видел стрим, тот понимает, что вот я могу просто остановиться. Вот сейчас такого нет, кстати. Вот сейчас я просто стою на месте. Вот, но бывает такое, что мне стик залип... Ну, как бы он переходит в дефолтное положение, и он залипает так, что вот персонаж вот так вот идет, короче, вот чуть-чуть вперед. Он вперед, ну, типа вот он как-то на градус все-таки наклонен, так что мертвая зона игры, этот, как бы, проходит эту мертвую зону игры. Вот, и, возможно, когда я подобные удары делаю, порой у меня получается сделать там прыжок, вот, прыжок, и тут получается вот этот удар с ногой, вот, который он делает, да. Типа, вот. А порой бывает такая фигня, что он просто в сторону отпрыгивает из-за того, что такой мой стик в дефолтное положение вовремя не перешел. Тут, как бы... Тут теперь, ну, как бы, как это правильно сказать, непонятно на самом деле, потому что у меня сам по себе геймпад, ему... Сколько? Ему... Сейчас скажу даже. 7 лет ему, этому геймпаду, от Xbox One. Типа, еще... Скажу, вторая ревизия Xbox One обычный еще вроде, еще Xbox One S даже еще вроде не вышел. Вот. Я, конечно, не фанат Xbox, но геймпады, как бы, они совместимы с Windows, и как бы поэтому я его и брал. А, вот. Конечно, сейчас, конечно, Xbox очень даже прикольная штука, в том плане, что платишь буквально там сколько там недорого за подписку, а получаешь просто дохренища игр, которые можешь вместе сыграть. А, вот. Вот за это, кстати, Xbox лайк. Вот. А так, по сути, мне разве что геймпады их интересуют. Относительно этого всего. Так. А чё, кстати? Я даже не знаю, типа... Топор, Туманный Ворон... А что можно вкачать так-то? Это не надо вкачивать. А я даже не знаю, что вкачивать по факту, потому что все, что осталось, это... Все, что осталось, это у нас по 3 очка, то есть такие серьезные по факту вещи, и вот эти вот. Вот, конечно, жаль, что у меня вот попался геймпад второй ревизии. То есть, скорее всего, я его тогда купил, когда только-только, наверное, плюс-минус он вышел, геймпад второй ревизии. Потому что, по сути, мне нужна третья или четвертая ревизия. А суть какова? Тихо, тихо, тихо. А суть какова? Почему мне нужна именно, нужен именно геймпад третьей или четвертой ревизии? Потому что... Мало того, что, ну, покупаешь, короче, геймпад за 6000 второй ревизии, например, а тебе нужно подключить его к винде. А нельзя подключить к винде, потому что только геймпады 3-4 ревизии поддерживают эту функцию. Нужно покупать дополнительно за 2К Xbox приемник сигнала. То есть вставляешь его как флешку, типа, и все. Ну и типа 8000 уже в сумме. И, ну и типа нахрена покупать геймпад за... Нахрена покупать геймпад за сколько-то там хрен знает тысяч? И еще покупать за 2000 какое-то говно. Ой-ой-ой, так не буду мешать. Нифига себе там. А чё на меня-то все сразу? Не, хотя, в принципе, заслуженно, скажем так, потому что... хрен ли я вам битве помешал. Вот, что логично.
Так, что теперь делать? Иди сюда. Тихо. Да иди ты нафиг. Тут прыжок нужно делать. Ждал Микири. Ладно. Блин, еще вот этого нужно тогда военачальника. Стоп, этот военачальник это как моб или все-таки... Блин, так и не глянул, кстати. Этот военачальник, он вообще как по жизни? Он исчезнет, если я его прибью? А, как моб все-таки, ну тогда неинтересно. Тогда неинтересно. Да неинтересно. Ну, в принципе, логично, потому что его там в реку, короче, окунули, а он спокойно живой, такой, типа. Дальше продолжает драться. Ну окей, тогда. В принципе, логично, но просто мало ли, может, типа река не считается, поэтому вот решил, скажем так, еще раз подраться. Так, что у нас? У меня скорая приехала, такой громкий звук. Не знаю, слышно его, нет. Ладно, ну, в общем-то. Из замка Асина недоступно получается... нет, все доступно уже. Все уже до... Все нормально. Вечно беспокоился. Получается, нужно с этой, с улицы заходить, да? Потому что комната Куру, она закрыта. Нужно с улицы заходить, то бишь вот отсюда примерно. Так, а что сделать-то? Что сейчас нужно будет принять решение какое-то, да, судя по всему? Что-то там... Ты тут всегда будешь, да? А зачем я вообще к тебе пошел? Кнопки не жмутся, камера ломается, как всегда, короче, в этой игре. Ай, блядь. Больно в ноге. И тебе спасибо, Анатолий. Спокойной ночи. Отдыхай, скажем так. И не кури. Ты бросай это дело. Так, ну если сюда, так... Так, стоп. Секунду. Если сюда, так сюда. Окей. Капец, у него коса, конечно. Тупо один такой дред громадный. Так, что делаем? Следуем Железному кодексу, оставляем Кура, или все-таки нарушить и остаться верным Кура?
Блин. Ну, насколько я знаю, если я нарушу кодекс, это три концовки, да? Если следовать, это четвертая концовка, которая с Сурой получается. Судя по всему, да? Я правильно понимаю? Ну да, там по сути нужно будет прибить Эмму, насколько я знаю, если я последую. Прибить Эмму, потом уже в консцене, получается, будет убийство отца со спины, так типа. Я просто смотрел, опять же, эти концовки по фану, на всякий случай. Ну, как сказать, просто для того, чтобы знать, сколько их в этой игре. Вот, и все. Ну, давайте все-таки, скажем так, мы никуда не торопимся, поэтому нарушаем кодекс. Ой, бля, только давай не надо со мной драться, пожалуйста, не хочу с тобой драться. Не хочу я с ним драться, ну можно вот, ну можно не сейчас, то есть как бы. Я даже не знаю, как я все с ним буду. Блин, не надо. Ну, давай без битвы. Иди за косой своей поухаживай, типа. Бля, я сейчас же вот буду час сидеть его закреплять. Опять я на этом месте, опять я. Хуя. Это что за баночка? Чем баночка такая? Блин, как он это с банками этими надоел. Надо его бить. Хрена. Я понимаю, что он тоже синоби, как бы, но. Так, у него какие-то атаки непонятные, они вафельные какие-то, максимальные. Так, уже наконец-то нормальный более-менее урон по его концентрации идет. Хиляемся.
Так, вот это было непривычно. Хиляемся. Пока атак... Пока я вижу его атаки, но... Это было вообще отсутствие регистрации второй атаки. Что ты сделаешь? Что за банки, блять? Так, первая стадия есть. Это что такое? Ты вот это давай не надо, ты... Ага, ага. Ты это, хитрожопый. Я вот... Я и хотел, я и понимал это, но... Не... У меня таргет... Ты что делаешь? Хилят-то нельзя. Офигеть. Ай. А все, я умираю. Нет, не умираю. Умираю, все, ладно. Так, ну в целом, с ним драться не так сложно, просто я очень много раз тупил. Вот, да. Этим, в принципе, все сказано. Сейчас. Не хочу на него время терять, и хилки, ничего не хочу на него. Блин, я, кстати, я так могу все очки потерять, ужас. Я ненавижу этого края драться, потому что не регистрируются эти парирования. А, отхиливаться нельзя в этот момент, я понял. Офигеть. Вот это да. Не, это немножко тяжко. Бля. Я не могу сейчас сосредоточиться почему-то. Есть время отхиляться. Он почему-то не атакует сразу, когда кидает эту банку.
странно для него на самом деле. Ай, блин, поймал все-таки. Так, тихо. Не туда. Так, сейчас отходим, отхиливаемся. Тогда он там падает, что-то херней страдает какой-то. А, это вторая стадия сразу же уже? А, ну нормально. Так, что это было сейчас? Ничего не понял, баг какой-то. Блин, что за хрень? Хиляйся, да? Хрень, хрень, хрень. Еще раз хиляйся тогда. Хрень. Хиляйся. Ай-яй-яй. Там постой в яде, понял? Блять. Ладно, еще и время есть потратить немного. Нормально в целом, нормально. Его атаки понятные, но порой бывают какие-то резкие, или же у меня бывает немного. Немного не тупые бывают максимально. Скипаем и все, готово. Фигня. Нажал я вообще-то у ворот. Блин, как всегда на первой стадии, в самом начале я просто беру и умираю. Чисто минус жизнь. Можно, по сути, еще какие-то использовать, наверное, инструменты, но что-то как-то мне на мече больше нравится драться. Мне чуть позже нужно было это сделать. Так, ладно, окей. Только не понимаю, почему я не могу, в чем сложность именно конкретно, потому что в целом мне все понятно. Но бывает момент, когда я просто... Так, давайте так сделаем. Подавление скверны. Да. Мне этих просто капель, вроде еще приличное количество штук. Можно прям всех вылечить, кого можно.
Тихо, так я же... А блин, просто издевательство. Да какой драже? Да-да-да, конечно. Блин, хрень, хрень. Успеваю. Офигеть. Да как так-то? Блин, еще и хиляться нельзя теперь. Ух, так, можно хиляться. Быстренько, быстренько, быстренько запиваем. А, в смысле? Какая хуйня. Пей быстрее. Ей быстрее. Ай-яй-яй, максимальная хуйня. Я убрал, да, как раз эту хуйню. Так, быстрее, блять, хуйня. Офигеть. Он сделал контратаку Микири на мне. Это опасно, ладно, все. Запомнил. И быстрее, есть время. Блять, ладно. Так, больше контратаку Микири на нем не делаем. Опасно очень. Блять. Зажал случайно. Так, быстрее. Еще раз. Ноль хилок. Блять. Я неосторожно очень действую.
Я нажал. Нажал! Вы чё? Успеваю. Ух, хоть не сделал. Я что-то привык как-то делать эту контратаку. Блять, 0 хп. Блин, все в яде. Просто все в яде, вся карта в яде, вы че? Блин, прям на лоу хп, по сути. Мне банку нужно сейчас на яд кто-то поставить. Забываю. Так, вот это вот эту фигню убираем. Так, ставим, во-первых, банку на яд. Где она здесь у меня? Стоп, а где банка? А вот они вверху были. И получается дрожжи тогда все. Вот, нормально. А, да это работает? Всю игру это работало? Офигеть. Я думал, все, то есть, ну, ничего не сделаешь. Ну, типа, он начал все. Типа я обычным ударом, помню, сбрасывал, это да, я более-менее шарю, но я просто понимаю, что это буду знать тогда. Как он этим сюрикеном попадает? Да, блять, вот это вот я вообще не знаю, как от этого. Ну, блин, я не знаю, как вот от пороха что-то уворачиваться. Не понимаю пока что. Нажал вообще-то, я все нормально. Будем пробовать сюрикен накидать тогда, такие моменты. Нет, только... Ух, повезло. Что Микири хотел дать, по привычке. Надо отвыкать против него Микири делать. Ну это я не знаю, не, я порох не могу контрить, это то есть нужно именно во время взрыва сделать рывок куда-либо, я не знаю, но я не могу это сделать. Я не могу рассчитать. В момент, подожди, вот когда он кидает петарды, прям в него этот нырять рывком. Интересная тактика. Мойр.
Поменьше таких ударов нужно делать. Не, я не могу, это слишком непонятно. Слишком резко, слишком непонятно. Блин, словил говно. Не, вот сейчас получилось, непонятно даже почему. Я забыл, как блокировать. Ну как забыл? Я просто решил расслабиться и ничего не нажимать почему-то. Устал уже немного. Это скорее всего последний трай, потому что уже 12 часов. А другими делами нужно заняться. И вот во время взрыва, прям вот во время взрыва нужно сделать рывок. Это как бы типа работает. Так, ты не будешь атаковать? Не атаковал все-таки. Размен. Понял. Давай, ловлю. Давай, словлю. Давай. И ловлю. Да, блять. Давай ловлю. Отлично, хиляюсь. Ага, понял. Ловлю. А, ну ладно, окей. Так, окей, хорошо. Блин, свою хуйню разлил тут. Рано, слишком рано. О, бля. Я хотел сделать рывок, но он просто побежал. Он обычно, когда бежит, делает рывок сначала. Типа, я не знаю, я зажимаю B, он делает сначала рывок, потом бежит. Блин, ну это невыносимо. Ладно, пока что на этом все. Потому что уже время. Вот, завтра это продолжим траить его же. А вот, как-то так. Всем спасибо за стрим. Спасибо за донаты. Вот, за донаты в данном случае, но не важно. Вот, в принципе. Вот, всем тогда удачи, всем пока. Спокойной ночи. Вот.